Спонсор программы «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Скалолазы определят лучшего на чемпионате Самарской области. Бывший нападающий ЦСКА ВВС подписал контракт с хоккейным клубом «Сочи». Футбольная «Самара-Арена» меняет подрядчика. Президент Путин одобрил смену подрядчика на строительстве стадиона для чемпионата мира 2018 в Самаре. С такой инициативой выступил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Новая строительная компания будет самарской. Сейчас «Самара-Арену» возводит производственно-строительное объединение «Казань». Конфликт интересов возник после того, как фирма попросила увеличить финансирование строительства инфраструктуры стадиона с 17 до 22 миллиардов рублей. Самарский хоккеист Иван Захарчук в новом сезоне будет играть в континентальной хоккейной лиге. Нападающий начинал свою спортивную карьеру в ЦСКА ВВС в российской хоккейной лиге. В прошлом году играл в высшей лиге за пермский «Молот Прикамье». В 55 матчах набрал 36 очков, 16 голов и 20 передач. Кроме того, Захарчук вошел в первую пятерку снайперов ВХЛ прошедшего чемпионата России. На горе Верблюд Ширяева в выходные пройдет чемпионат Самарской области по скалолазанию. На вершину полезут подростки, взрослые и ветераны. Участников ожидает порядка 80 специально подготовленных трасс. Зрители неудел тоже не останутся. Любой желающий сможет преодолеть себя и пройти дистанцию для новичков. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.